В Рио главы Северной Осетии Сергей Миняйло провел рабочую встречу с директором макрорегиона «Северный Кавказ» Почта России Сергеем Муратовым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия республики и федеральной госкомпании. Сергей Миняйло подчеркнул, что для жителей Северной Осетии почтовая отрасль традиционно имеет важное значение. Сергей Муратов, в свою очередь, рассказал, что Почта России по Северной Осетии ведет работу по обновлению инфраструктуры. Почтовое отделение республики функционирует в самых отдаленных населенных пунктах. Он также акцентировал внимание на том, что Почта России готова оказать содействие в вопросах информирования избирателей в рамках проведения единого дня голосования.